Добрый день, меня зовут Максим. Это моя любимая электронная сигарета. Я получил несколько весьма интересных вопросов по поводу того, а как же обстоят дела с женщинами в Америке, как с ними знакомиться, насколько они меркантильные, красивые, там, расчетливые, прикольные, классные и так далее. Значит, что я могу сказать? Пока что из моих знакомых я, к сожалению, никого не могу пригласить на интервьюирование для этого канала, но у меня возникла одна прикольная идея. Сегодня я был в магазине Radius Shake, где была очень позитивная девушка такая, она мулатка наполовину, но она американка, то есть мы по-английски не разговаривали. Она удивилась моему акценту, спросила, откуда я, но я очень вел себя позитивно, сказал, что из России, она дико обрадовалась, вот, помогла мне выбрать тестер, мне необходимо было купить тестер для напряжения. Вот. И, соответственно, мы что-то разговорились, я ей рассказал про то, что веду свой канал, и поинтересовался, а на каких сайтах сами американцы тусуются для знакомства. И она мне написала несколько ссылочек. В связи с этим у меня возникла очень интересная мысль. Если кто-то из профессиональных пикаперов, кто хочет поучаствовать вот в определении момента истины по поводу американских женщин, посмотрит внизу ссылочки, я напишу ссылки на эти ресурсы, зарегистрируется там. Ну, естественно, составить резюме свое на английском языке, логиниться, вот. И, соответственно, если к нему кто-то постучится, познакомится, соответственно, чтобы этот человек, рассказал о своих ощущениях в ходе вот этого общения, ну и держал нас в курсе дела. Я думаю, это было бы очень интересно, то есть можно было выкладывать какие-то видео, если бы состоялся какой-то скайп-разговор, соответственно, можно было нарезать какие-то скайп-нарезки, вот. Ну, соответственно, то есть вот требуется энтузиаст-пикапер, который бы хотел бы на своем личном опыте найти момент истины по поводу американских женщин. Вот. Ну, собственно говоря, вот. Дальше я жду от вас предложений, и, соответственно, давайте попробуем это сделать. Удачи!